В июле мы начали рассказывать вам об эко-героях для того, чтобы вы могли вдохновляться их примером. Рассказывая вам о людях и трендах, мы и сами узнали много нового, и теперь нас в шутку называют эко-редакция, чем мы, в общем-то, гордимся. За последние 2,5 месяца в нашей редакции стало меньше мусора, зато появился уголок для сбора вторсырья. Организован он очень просто. Макулатура, пластиковые бутылки и крышки отдельно, батарейки. Самый расходуемый материал – бумага. За неделю в отделе допечатной подготовки расходуется в среднем 5 упаковок бумаги формата А4. Здесь печатаются тексты для ведущих сам по ТВ-360 и для корректоров газеты «Карелия». Раньше бумагу просто выбрасывали, а теперь копим. За макулатуру ответственной назначена Наталья Кузьмина, ее сын Максим. Максим теперь сдает больше всех вторсырья на акции «Бумажный бум» в своем детском саду. Но обычно я собираю уже ненужные распечатки какие-то у коллег, формирую их в стопки, и вместе с ребенком мы относим их в детский сад номер 87. Они активно принимают участие в акции «Бумажный бум», и за сданную макулатуру садик получает бесплатно раскраски, какие-то методические материалы для детей. С батарейками у нас все просто, их немного. В работе технического отдела обычные батарейки не используются совсем, только аккумуляторные. Если обычных хватало бы на неделю использования, то заряжаемые служат больше года. Но все же отдельную емкость для батареек мы завели, чтобы сотрудники могли приносить то, что скопилось дома. Ну, когда в доме двое маленьких детей, батарейки, поверьте, они как бы им есть откуда взяться. Это бесконечные игрушки, которые передвигаются, играют какую-то музыку, еще что-то делают. Поэтому батарейки довольно быстро садятся, их нужно куда-то выбрасывать. Рядом с домом нет никакого магазина, где бы стоял вот этот пункт приема батареек, поэтому они у нас... Раньше мы их выбрасывали, честно, но довольно давно мы стали их складывать все-таки. И поскольку на работе у нас появилась емкость, куда мы это все собираем, потом вывозим в специализированные места, я стала приносить на работу. В нашей редакции все знают, как правильно поступать с бутылками от лимонада. Этикетку в мусор, крышечку и колечко от нее в одну сторону, саму бутылку в другую. Все это примет у нас «Сбормобиль». Еще лучше по возможности наливать воду в свою бутылку. И уже второй раз все наше информагентство собирает вещи для благотворительного проекта «Теплообмен». Только представьте, сколько хорошей одежды не отправилось на свалку, а продолжит свою службу. Если вы знаете человека, который сам ведет экологичный образ жизни и помогает это делать другим, пишите нам. Карелия должна знать своих эко-героев. Юлия Степанова, Александр Борисов, Сергей Беляев, Сампо ТВ 360.